Казанском федеральном университете стартовала уже ставшая традиционной спартакиада здоровья среди сотрудников вузов. В спартакиаде принимают участие представители 18 институтов. Уже четвертой дисциплиной в спартакиаде стало плавание. 18 января соревнования прошли в бассейне спортивного комплекса «Бустан». Перед участниками стояла задача преодолеть дистанцию в 50 метров вольным стилем. Я вот только что проплыла. В принципе, очень понравилось. Сама я не профессионал. Здесь плаваю, в Бустане плаваю. Планете фитнес, то есть так любительски, непрофессионально. Хотя некоторые сотрудники вуза уже натренированы и часто занимаются плаванием, есть и те, кто впервые участвует в спартакиаде. Результатом доволен, впечатление отличное, первый раз участвовал, очень понравилось. Надеюсь, еще принять участие. В личном первенстве лучшими стали Борис Платов, Института геологии и нефтегазовых технологий, и Светлана Башинова, Института психологии и образования. Анастасия Иванова, Денис Панкратов, Универньюз.